Привет, народ, и посмотрите, что мне пришло. Письмо-сюрприз от Инно, а вы говорите, что он там с Тамарой будет. Не будет он с Тамарой. В моей вселенной, в моей игре он будет с Инно. Потому что моя манга продастся большим тиражом, чем Наруто. В моей манге Шикамару будет встречаться с Инно. Вообще, моя манга будет про Инно, а Шикамара там будет второстепенным героем, секс-богом. Ладно, неважно. Если вы любите Наруто так же, как и я, вы можете поставить вот эту штуку магическую, она крутая. А также можете добавляться ко мне в друзья ВКонтакте, мне будет очень приятно. Тебе не хватает друзей, Евген, да? Настолько 7 тысяч, да, должно быть 10. Мне не хватает. Перед поместьем Хокага. Нам надо встретиться. Начинается любовная линия. Нам надо встретиться. Такие письма присылают не просто так. А, нажать надо. Что за дела? Пожалуй, стоит сходить к поместью Хокага. Ну что же, друзья, вы готовы? Надо проверить, нам надо встретиться. Зачем же? Инно, вот и я же, вот твой Шикамару, это я пришел. Ну, давай, Инно, говори, в чем дело? Может быть, это вот так-то самое. А, вот и ты! Что происходит? Помнишь наш недавний разговор про самых Хазуки? Про Какаши-сенсея и нового хозяина? А, ты об этом. Прости, но я не смог отправить ожерелье, которое ты выбрала. Ой, да какая разница, ты же отправил что-то другое, так? А вот теперь самое главное. Говорят, Какаши-сенсей уже получил ответ от нового хозяина. Мне об этом сказал... Господи, я живу в какой-то больнице с туберкулезниками. Там просто кашляют в соседней комнате. Мне об этом сказал Шизуна, так что это не просто слухи. А то есть Шизуна у нас проверенный источник. Шизуна врать не будет. Да-да-да, конечно. Кстати, как вам мои наушники внешние? Мне кажется, такое заходит. Кстати, я оставляю ссылку в описании на эти наушники. Под каждым видео она есть, и вы можете, если хотите, посмотреть на них поближе. Классные уши. Пока что мне нравится. В Наруто, конечно, они свой потенциал не раскрывают, но когда я играл в хоррор вчера ночью, черт, мне понравилось. Ну, конечно, он получил ответ. Они обсуждают официальные вопросы. Нет, я уверена, на этот раз письмо личное, ну же. Разве тебе не любопытно? Господи, Шикамара, ну ты такой хладнокровный, ты прям как Наруто. Все эти тупые мужики в Наруто, они ничего не понимают. Только девушкам интересны любовные дела. Нет, я... И Какаши-сенсей влюбился. Давай посмотрим, что в том письме. Ну же, вперед, Шикамару! Это реакция Шикамару, типа, ну господи, не хочу. На весь Шикамара бы именно так и реагировал. То есть, понимаете, я бы не показал вам ничего того, что не сделал бы сам. И... Вы пришли ко мне? А, думали, я просто скажу. О, да, конечно, берите письмо, читайте его. И кроме того, это не письмо, это деловая переписка. И обсуждают в ней только дела. Там нет ничего личного. А теперь, наверное, пора уходить. Вам, наверное, пора уходить. То есть мы зря тащились по этой длиннющей лестнице. Слушаюсь. Я знал, что все так и будет. Господи. Инна сподвигла меня на какие-то очень странные поступки. И теперь в глазах Шикамару я, видимо, упал. О, Шикамару. Пожалуйста, можно без неловких вопросов ко мне? Новому хозяину замка подарок очень понравился. Это все. Еще раз спасибо. Ну, я рад, что смог помочь. То есть... А, он меня не отчитал. То есть я не виноват в том, что... Черт, Азия, отлепись от моего... Знаете, как доктор Пеппер в Смоленске достать тяжело? Лиза его обожает, я как бы, ну так, норм отношусь, я больше Асканию люблю. Но без доктора Пеппера, вообще без газировки, жизнь не та. То есть у нас дома нет хлебушка, чтобы сделать бутерброд, потому что Евген ни хрена не покупает, держит жену на хлебе и воде, вернее, даже просто на воде без хлеба. Вместо этого, вместо завтрака я пью Пеппер. Я думаю, это поможет мне. Он из Польши, кстати. Слава Польше, если ты смотришь меня из Польши, ставь лайк. Или из Беларуси, это рядом, так что тоже пойдет, тоже можешь поставить лайк.
Это не то же самое, окей, но... Сушеная лаванда, которую принес Шикамару. Я был в Беларуси, я был в Минске. Я ничего не буду говорить про Минск. Мне кажется, он стал лучше с тех пор, как я там побывал. То есть там теперь есть целых 3 Бургер Кинга. Это сделало город в 100 раз лучше. Аромат лаванды успокаивает. Я уверен, это ей пригодится, учитывая ее непростую работу. И этот аромат, он навеивает воспоминания о ней. О времени, когда мы впервые встретились. Лаванда напоминает мне о ней. Такой нежный аромат. Он приносит столько воспоминаний. Ха. Я понимаю, что все это чистое совпадение. Но все равно не верится, что он принес именно этот подарок. Мне стоит его отблагодарить. И он сделал не только это. Он уже не раз проявлял свою заботу, помогая мне в самых разных делах. Из него вышел отличный помощник. Это про Шикамару, если что. Про меня то есть. Говорят, он даже обегал всю округу, чтобы помочь паре торговцев. Раньше для Шикамару все это было как бы скучной рутиной. Но он вырос, как и все мы. Он изменился. И ради... Он изменился ради следующего поколения. И, наверное, ради следующего Хокаге. Должен признать, я немного завидую будущему Хокаге. Вот так вот, зависть. Зависть Нарутке, которому тоже будет помогать Шикамарка. О, мы ничего не узнали. Поэтому личные дела и называют личными. Нечего нам в них копаться. Ну, да, ну... Не знаю, смог ли я помочь, но я сделал все, что было в моих силах. Остальное — его дело. Инна такая, типа, мне нечего сказать, ты так повзрослел. Просто меня больше не так волнуют чужие романтические отношения. Ну так и быть, ты совершенно прав. Как кажется, сенсей сам сможет разобраться в своих делах. А мне надо сосредоточиться о том, что важно для меня. Именно. Я всего добьюсь. Сай в меня влюбится, чего бы мне это ни стоило. Вот увидишь. Черт возьми. Окей, она будет с Саем. Господи. Господи. У меня такое ощущение, что именно девушки пытаются здесь завоевать сердца парней, а парню вообще пассивно. То есть, если к парню в вселенной Наруто не предстоит девушка, ему абсолютно все равно. Я прав? Конечно же, я прав. Ну, я думаю, вы можете помочь мне, невинному Евгену, и рассказать, были ли парни, которые бегали за девушками в вселенной Наруто. Пока что я не видел ни одного. Шикамару вроде, Какаши, ну, Наруто, сами знаете, мы проходили с вами момент с Наруто, а Саски это Саски, его больше месть волнует, чем женщины. Хе. Как-то так. Что же, вот вам и коротенький сайт-квест. Тут все квесты рассчитаны на 10 минут. Ура! Вы спали. Кстати, вот этот барабанный дробь в моих наушниках просто потрясающе звучит. Еще один важный ход. Хозяин замка Хазуки был невероятно рад получить сушеную лаванду. Шикамару отлично справился с работой помощника Хокаге. Отлично, задание выполнил. Серьезно, вот в этих ушах все-таки по-другому все это ощущается. Ух ты! Задание, связанное с Саем. Неужто это любовная линия? Как думаете? Давайте поговорим. Но как бы ты ни старался, мне все равно будет интересно, что происходит у Какаши-сенсея. Естественно, что с ним будет? Не терпится узнать. Как-то так. Что же? Где задание с Саем? Постой, давайте вначале проштудируем, что это за задание. И почему оно важное. И оно ведет к какому-то общему заданию, которое связано с Кибой. Но они же одна команда, так что цветок и Инашика Чо. Чоджи и Ино отправились на тренировочное поле, чтобы лучше отработать свои комбинации. Поговорите с ними. Я хочу продолжение квеста. Я хочу, я отправляюсь на тренировочное поле. Нафиг основное задание. Просто нахрен его. Мы хотим... Ты с тренировочного поля? Как у них там дела, девчуль? Давай, расскажи мне. Постой. А, ты более взрослая девчуля. Как дела у них на тренировочном поле? Что это за... Нелегальное клонирование! Ладно, пойду отсюда, пока я не сошел с ума. Тренировочное поле, отправляемся туда. Ух ты! Постой, они счет же здесь? Я думал, тут Сай будет присутствовать. Ну-ка. Я думаю, мы сейчас будем тренироваться вместе с ними. Чоджина, похоже, вы в последнее время постоянно вместе. Романтика, но она хочет быть с Саем. Ха-ха, это потому, что ты так много работаешь, Шикамару. А нам нечем заняться. Поэтому мы изо всех сил тренировались, чтобы поддержать уровень. Прости, знаю, что мне тоже нужно было принять в этом участие. Тебе нужно заниматься своими делами, а потом, когда выдастся свободная минутка, можешь присоединиться к нам.
Блин, Чёджи здесь похож на меха Наруто. Я не знаю, почему. Может, это из-за немножко сглаживания, которое слабоватое. Мне кажется, сглаживания в этой игре могло бы быть побольше. То есть, я вижу очень много лесенок. Спасибо. Что ты такой стал серьезный? Похоже, что ты действительно много работаешь в последнее время. Как необычно. Обычно ты просто ругаешь меня за то, что я такой потный. Эй, я что, Шининзи, не забывай. Нам нужно сосредоточиться на наших обязанностях. Ха-ха, и это ты мне говоришь, Инна. Ты всегда работаешь лучше из-за того, кто-нибудь приглядывает. Эх, ленивая Инна. Я знал, что она не любит работать. Простит, извините. Ленивая девчуля. А за тобой кто приглядывает? О, а вы сегодня будете тренироваться, если да, то я зайду посмотреть. Постой, кто пришел? Это Сай, наверное. Да, это Сай. А почему Сай тоже ходит с голым животом? Он гей? Он го... Почему Сай так одет? То есть, я все понимаю, может быть, когда твой живот проветривается, это полезно, но... Сай, я не уверен, что пародировать одежду Инна правильно. Хотя у них есть какой-то общий стиль, понимаете? Я вижу некое сходство. Я понимаю, почему Инна нравится Сай. Я могу понять. То есть, посмотрите на него. Они явно в одной лодке. Они явно закупаются в одном магазине. Сай? Собираешься присоединиться к ним на этот раз, Шикамару? Похоже, что тогда мне придется потрудиться. Что? Похоже, что Сай собирается использовать наши тренировки в своих произведениях. Что за последнее время он зачастил. Вот почему Инна так старается. Она хочет показать себя с лучшей стороны. Типа... Сай, смотри на меня! Ладно, извините, я что-то увлекся. Почему-то именно Наруто вызывает у меня желание немного поясничать. Не подумайте обо мне чего плохого. Ясно. Все, хватит тратить время, Сай уже здесь, видишь? Эй, Шикамару, думаю, что Саске действительно нравится Инна. Но не изменилось ли все сейчас? Постой, Саске нравится Инна? У Саски определенно есть вкус. Это я с этим я согласен. Она никогда не обращала на него столько внимания, как Сакура. Похоже, что сейчас ее больше интересует Сай. Ты знаешь, о чем я? Не знаю даже, что ей сказать. Инна вся в этом. Да. О чем-то вы там шепчетесь? Давайте начинать уже. Прости. Эй, Шикамару, потренируйся с нами, ладно? Так я смогу оставить глубоко в сердце Сай себя в героическом образе ниндзя, сражающимся с вами друзьями. Двумя. Хе-хе-хе. Ее мысли нетрудно угадать. То есть мы угадали ее мысли, мы не слышали их. Ладно, новая просьба. Шикамару, как всегда, выглядит максимально лениво. Чуджина отрабатывают комбинации, хотя чтобы к ним присоединился Шикамару. Присоединитесь к тренировке, покажите свою убийственную комбинацию. Окей, я готов. Сейчас я всем такое покажу. Сейчас я такое покажу. Сейчас я просто разденусь. Я порву на себя футболку. Ладно, это перебор, наверное. Я сегодня одел такую футболку облегающую. И знаете, я чувствую себя максимально жирным. Действительно, мне пора прекращать есть. Мы снова Иношикачо, как в те времена. Да, сделаем это. Смотри внимательно, Сай. Ох, ты думаешь, что сможешь подержаться хоть минуту? Поехали! Что? Теперь, когда вы снова вместе, было бы нелепо упускать такую возможность сражаться друг с другом. Может быть, вместо этого покажете мне свою командную работу? Что? Командную работу? Но нам нужно разделиться, чтобы тренироваться. Нет, если вы будете сражаться со мной. Вы же втроем сможете работать вместе. Кстати, тайная техника, мы сможем использовать ее. Что? Да. В таком случае... Постой секунду. Что? Что-то не так? Ну, оно там мне придется ударить Сая. Думаю, что сочетание ваших навыков подарит мне настоящее вдохновение. Что? Ты хочешь видеть меня в деле? Да. Ладно, тогда начнем. Это отличный шанс показать ему, какая я вблизи. Ты можешь просто подойти к нему вот так вот, как павлин. А вот сейчас она видно, что ты не понимает. Я не знаю, почему, но похоже, что теперь тебя заинтересовало мое предложение. Хорошо, Шикамару, Чёджи, пришло время показать Саю, как мы прекрасные. Еще раз скажу, мне не терпится увидеть сочетание ваших навыков. Хорошо. Эй, Шикамару, похоже, что мы здесь не одни. Да, она рядом с человеком, который ей нравится. Неудивительно, что она так взволнована. Погнали!
Хажиме! Я готов... Стой, нет, не хочу ничего пропускать. Я готов бить морду! Я думаю, нам надо скорее объединяющий обед, чтобы быстрее объединяющий прием устроить. То есть, как бы, я хочу крутой приемчик ему показать Саю, чтобы он был просто обосрался от счастья. Атака противника, скорость построения шкалы урагана. А, то есть, она и так увеличена, то есть, на, скорее всего, наша шкала урагана за секунду заполнится. Дьюти теневых игл, грач, теневого сбора. Ух ты, тройка ино шикачо. Для объединенной тайной техники три игры. Окей, поняли. Давайте за код нового поиграем. За Сай мы уже порядком, вернее, за... Таинство лепестков сада, смотри на меня! Сай, смотри на мою потрясающую ногу. Вот так я умею танцевать. Нет, все-таки в этих ушах прикольнее играть Наруто. Я прям чувствую эти удары, понимаете, они вибрируют у меня в ушах. Ой, постой, это он меня или... Нет, это я его. Получай. Ребята, помощь. Да блин, не могу его ударить, он уклоняется. Да. Блин, шкала урагана никак не заполнится, чуваки. Вы что, тайну теку мы с вами не покажем сегодня. Давайте примем пару ударов на себя, чтобы показать тайную технику. Давай, я хочу накопить на тайную технику, просто иначе я убью Сая, если буду его бить, понимаете? Все, готово! Да, тайная техника! Используй пытаться и на шикачо! Ух ты, захват! Дюсу теневого захвата, связь наблюдателей. Вперед, Чоджи! Удвоим! Я выращу большой красивый цветок. Вот так это и выглядит, друзья. Вот это я и хотел сделать, поэтому я подставился. Победа и красиво. То, что надо. S-ранг, конечно же. Потому что бой был очень простым, как по мне. Эти наушники мне помогли. Ой, уф. Ух. Уф. Уф. Извините, Шакамару временно превратился в сову. Ух. Извините. Я не хотел это. Само. Ты в порядке, Сай? Да, восхищение пересиливает боль. Спасибо, что показал мне что-то настолько восхитительное. Хорошо, рад, что нам удалось удовлетворить тебя. Ух, удовлетворить Сая. Эй, а как же я? А, ну... Инна, ты всегда это спрашиваешь, не думаю, что на этот раз он ответит что-то другое. Я не оцениваю каждого из вас, мне интересно, как вы сражаетесь командой. Что? Так ты не посмотрел на меня вблизи? Имей же терпение, Инна. Бросаться, очертя голову вперед, не самый лучший способ в любовных историях, верно? Но когда-нибудь я смогу привлечь его внимание. Никто меня не остановит. Вот это... Черт, а он, походу, обосрался. Что не так, Сай? Что это только что было? Мое тело дрожит, это почти как жажда крови. Он вампир? Он Сай в тайне вампир, ребят? Он тайно сосет кровь Инна по ночам? Шок. Ну. Должно быть приятно стоять перед предметом своего обожания, как Инна сейчас, что-то он сказал-то вслух. А я давно ни в кого не влюблялся. Первым делом тебе надо прийти в форму. С этого и начни. Что? Шакамару такой, ничего не знаю. Не волнуйтесь, однажды вы встретите тех, кто вам подойдет. Может быть, а может быть и нет. Я бы не против встретить девушку, которая не обращает внимания на фигуру. Ты это обо мне сейчас? Нет, ты что? Но Шакамару отчасти прав. И кроме того, он сам уже нашел свою половинку. Что? Я уверен, что она сможет протянуть тебя по жизни и вперед, сколько бы ты ни жаловался.
А кто именно будет тянуть меня по жизни? Хи-хи, брось, ты сам знаешь ответ. Да, должен согласиться сын, она идеально тебе подходит, Камару. О ком, черт возьми, ты говоришь? Ха-ха-ха, команда 10 всегда так хорошо ладит. Наверное, в этом секрет успеха и комбинированной тактики. Да, в этом все дело. Наруто, нельзя позволить им победить нас. То есть Сай был в команде Наруто. А, точно, да. Сай, Наруто, Саски. Вот команда 7. Насколько я помню. Я очень хочу посмотреть, по-моему, в Revelations можно посмотреть их тайную технику, гаремы. Там реально прикольные гаремы, там они и Саски еще избивают, в общем, самое оно. Наблюдая за их тренировкой, Сай смог в полной мере оценить всю силу комбинированной техники. Команды 10. Сами члены команды тоже были довольны своей работой. Идеально. Доступно новое событие. Ух ты, Темари. Страсти накаляются. Но перед тем, как мы отправимся к Темарке, потому что это любовь всей жизни у Ши... Наоборот, любовь всей жизни Темары это... Темара, можно я буду звать ее Тамарой? Мне кажется, это более русифицированная версия имени Тамара. Тамарка с рынка продуктового. Просто на продуктовых рынках постоянно есть женщина по имени Тамара, и она торгует помидорами. Не знаю, в моем детстве это вся было так. То есть все женщины, которые торговали помидорами, их звали Тамара. Не спрашивайте, почему. Хотя нет, была одна Тамара, которая торговала мясом. Эх, детство, ностальгия. Тот момент, когда Евген выпустил животную суть, и Шикамару высказал отношение к моим крикам, то есть... Феерический, долбоёб. Так я и думал. Извините за мат, я не хотел, честно. Если вы не любите мат, извините, я не хотел. Да ладно тебе, ты когда-нибудь прекратишь это, с меня хватит. Еще не время, я еще не закончил. Моя горячая душа еще горит. Да, это же Ли и Тентен. Обоздай, Тентен с кем будет встречаться? С Ли? По-моему, Ли будет одинок, потому что у него слишком горячая душа. О, Шикамару, ты тоже пришел в лес смерти, чтобы потренироваться? Некоторые жители деревни напугали странные звуки, доносившиеся из леса. Вот я и пришел проверить. Блин, я только что осознал, друзья, что люди испугались звериного рева, Ли. Ладно, я спокоен. Странные звуки? Мы здесь уже давно, но ничего не слышали. Очевидно же, что он говорит о тебе. Я говорю о тебе. Что ты? Видишь, вот поэтому я говорил, тебе не кричать так странно во время тренировки. Почему ты считаешь, что я кричу странно? Мне крики помогают тренироваться. Да, да, хватит объяснений. Просто извинись. Давай. Простите. Ну, вообще, это не такая уж проблема, так что можешь не волноваться. Прости, Шикамар. Ли в последнее время работает как заведенный. Вот он и превратился в странного чудака, который издает такие странные звуки. Хватит называть меня странным. Так что я попыталась увести его подальше от деревни, но похоже его все равно слышно. А чего ты так странно завелся? Вообще особых причин нет. Разве Ниндзя не должен чувствовать, как его переполняет энергия? Самый сильный, самый горячий. Вот моя цель, вот к чему я стремлюсь. Все как всегда. И раз уж ты проделал весь этот путь, я не могу отпустить тебя с пустыми руками, Шикамару. Давай тренироваться вместе! А почему ты пытаешься заставить меня тренироваться с тобой? Я просто... Потому что я все время с Тентен. Нужно хотя бы изредка менять партнера для поединка. Партнера? Изредка менять партнера? Ух ты, или какой-то непостоянный. Я думал, он однолюб. А ему лишь бы партнеров менять. Возможно, я не так изобретателен, как ты, но я не уступлю тебе в искренности и жаре огня, пылающего в моей крови. Дай мне хотя бы сказать, что... О, вперед! Ладно, ладно, да послушай же ты меня, идиотина! Он никого не слушает. Ли, ты слишком горяч. Охладись, выпей доктора Пеппера. Вот они друг к другу подходят, то есть как бы Шикамару не очень быстрый, и Ли тоже такой. Такой нормальный. Чё-то ази... Ох ты, ты сразу с ульты начал, чувак. Да, получай. Еще лови шарик. Ой.
Чё, не получилось его глухануть. Уклонился, отлично. Чё, дзюдзи синих игл у меня пока на нем не работает. Мне бы подзарядиться, пока он не успел. Ох ты, я пробил ему костюм. Друг, ты не вовремя уклонился от моей атаки, Ли. Давайте проведем ту самую серию под названием 6 ударов. Хотя ладно, давайте чакру подзарядим вначале. Ну-ка, иди сюда! Да блин, что я не могу по нему ударить? Почему мой кунай как будто бьет по воздуху? Ах ты! Черт, нет, уберись! Не надо, не хочу горящий ветер Канохи! Как ты посмел, Ли? Не мешай мне заряжать чакру! Все, теперь я злой! Не будешь давать мне заряжать чакру, буду пиздить! Стой, где он? Я знаю, они, скорее всего, не долетят, но окей! Тайная техника? Да нахрен он слишком быстрый. Ах ты! Ах ты, черт! О, чуть меня не убил! Один удар, чуваки, один удар! Да! Победа! Победа! Мы сделали это! Рок Ли оказался серьезным парнем. Ну? Рок, ты доволен? Мы с тобой хорошо поиграли. Киба, хотя бы слушал, что я говорю. Но ты... Мы еще не закончили! Нет, я думаю, мы закончили. Эй, послушай. Я должен стать сильнее! Почему ты так одержим идеей стать сильнее? Потому что я должен всех защитить. Если я не буду силен, я никому не смогу помочь. Может быть, я и не самый сообразительный парень, но я понимаю, что наступит новое время. Поэтому я должен стать сильнее, чтобы всех защитить. Тан-тан такая. Ничего не знаю, я в этом не участвую. Давай, Шикамару, еще разок. Хия. Получай. Ой. Не бей его, Тан-тан, он не сули. Ты и правда дурак. Тан-тан. Почему ты всегда пытаешься взвалить такую ношу на свои плечи? Ты ведь не должен защищать всех в одиночку. У тебя есть друзья, если будешь пытаться делать все сам, то у тебя ничего не выйдет. Шикамару такой, ничего не знаю. Я точно это знаю, потому что в отличие от вас, Неджи, я не могу делать все сама. Сила одного человека ограничена, но вместе мы способны на все. Тот, кто по-настоящему силен, может назвать меня наивной. Но я думаю, что это очень важно. Вот чему меня научила последняя война. Наруто? Да, он ведь не был один. Он использовал силу всех нас, чтобы сражаться. Да, я-то помню. Мы все собрали свои силы, чтобы убить этих засранцев, которые пришли на нашу землю, чтобы нас победить. И даже тогда он смог использовать нашу силу, чтобы победить такого сильного врага. Или такой, да. Стать сильнее очень важно, но не забывай тех, кто рядом с тобой. Сейчас наступает время, когда это особенно важно. Хотя тебе это все равно не убедит. Элит Шикамару такие. Я сказал что-то лишнее? Нет, ты права. Возможно, я и правда слишком зациклился на собственной силе. Несмотря на то, что Гай-сенсей постоянно говорил мне о том, как важны союзники. Тен-тен! Что? Спасибо! Теперь я чувствую, что могу стать еще сильнее! Сила союзников правда очень важна. Так что давай все, станем сильнее вместе! Покажем им, как это делается. Тен-тен, будем первыми, кто станет сильнее вместе. Что?
Давай вместе! Мы будем тренироваться, чтобы стать сильнее и защитить нашу деревню! Постой, постой, подожди! Да! Ты слишком разогнался! Шакамара такой, куда я? Я понимаю, вот просто, куда я попал? Что за дурдом? Я патрулирую вместе, значит. Думаю, пора вернуться к шестому. Вот такое вот. Вот такие вот О, полено. Ура! Я выполнил счет. Сколько вообще заданий я выполнил из интереса? Я не стараюсь их выполнить, но мне интересно. То есть 10 тысяч шагов я прошу, осталось еще 20, чтобы выполнить все полностью. Уничтожьте деревянные ящики, прикоснитесь к знакам, прикоснитесь к плакатам, прикоснитесь к опавшим листьям, прикоснитесь к умирающим деревьям, осмотрите грибы. Типа грибы. Еще, видимо, 10 грибов еще нужно потрогать. То есть, посмотрите, сколько здесь заданий. Помочь людям, 27 человек. Внезапных событий, типа бои завершить. Просто посмотрите, сколько здесь много заданий. Интересно, что будет за их выполнение? Прикоснитесь к умирающим деревьям. А, окей, то есть здесь можно... Постой, а ты кто? Че, я тебя не знаю, ты какой-то ноунейм. Вали отсюда. И вот мы снова в Конохе, дорогие друзья. На этом все. Увидимся с вами завтра в следующей серии. Если вам понравилось, можете оставить палец вверх. Также, о, добавляйтесь ко мне, друзья, ВКонтакте. Я практически так же мил, как этот ребенок со странными глазами и этот игривый котик. До следующей серии. Всем пока. Всех люблю. Очень люблю. То есть, для меня это много значит. Ваша любовь много значит. Я не могу передать свои чувства.